Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Она. Здравствуйте, у меня к вам вопрос есть. Скажите, пожалуйста, как мне виртуальную машину установить на Windows 7? Чего? Я говорю, ну вот у меня, понимаете, стоит Windows 7, вот как мне на ней установить виртуальную машину XP? Чего несешь, ебаный? Ну, Валентина Петровна, я говорю, у меня стоит семерка, мне надо XP-шку поставить сверху вот на виртуальную машину. А при чем тут я, старуха? Какую вы мне машину посоветуете? Виртуальную. Чего, блядь? Я говорю, виртуальную машину вы мне какую посоветуете? Какую? Чего это я какие-то советы должна давать? Ну, вы же хороший пользователь, понимаете? Какую виртуальную иди машину? Иди ты нахуй, иди к ее не матери. Здравствуйте, Валентина Петровна. Она. Валентина Петровна, так какую мне виртуальную машину вы посоветуете? Иди ты нахуй со своей машиной. Так, охуел, что ли, так блядь? Мне не, Валентина Петровна, мне обычная машина не нужна, мне виртуальная нужна. Какая виртуальная? При чем тут старуха, дурак ебаный? Ну вы же сидите на форумах. Чего? Вы много кому уже посоветовали, вот на форумах там сидите. Чего несешь? Ёбнулся давно? Валентина Петровна, посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь машину мне иди виртуально. Иди ты нахуй, нашел советчицу 90-летнюю. А Oracle Box нормальная? Ёбни матери от меня, блядь. Virtual Box нормальная машина? Иди нахуй со своими машинами. На нее XP-шка встанет? Пошел к ебени матери. Ну, Валентина Петровна, не материтесь, ну подскажите лучше мне. Чего тебе сказать? Я говорю, виртуальную машину, какую вы посоветуете? Какая лучше будет с него, вот, чтобы XP-шку на нее поставить? Какая виртуальная? Ты что, охуел, что ли? Чтобы не тормозило ничего. Иди нахуй, ебаная тварь. Валентина Петровна, посоветуйте, вы не материтесь. Не ругайтесь, пожалуйста. Пошел к ебене матери от меня. Какие машины, дурак, ебаный ты? Ну мне виртуальная нужна. К психиатру беги, сука!